Короче, здоровей видали. Мы в прошлый раз делали Карыча, и он уже месяцев 5 валяется и паутинится. Поэтому сегодня расскажу, как сделать ебейший риг, в переводе с пиндосского скелет. И ебейший его анимировать научу вас, короче. Вот, йоу, камон, бич. Но перед началом я все-таки хочу сказать, что сегодня у нас замечательный день, 8 марта. Это значит, что сейчас я хочу рассказать про онлайн-школу компьютерной графики Евгения Баженова 3D Skills. Это одна из немногих школ, которая дает комплексное образование в сфере анимации и компьютерной графики. Чё, реально? Это идеальное место, чтобы научиться неплохо зарабатывать на дому, ведь обучать вас будет эксперт-практик с более чем 20-летним стажем работы и преподавания в области CGI. Охренеть. В общем, для более подробной информации по ссылочке переходим, там все есть, все красиво, отлично, занимайтесь. Короче, видео должно было выйти вчера, я очень хочу спать, мне херово, так что давайте как можно быстрее всю эту херню доделаем и все. Короче, спидран по туториалу. У нас есть Карыч, нужно заставить его двигаться. Добавляем арматуру. Как видите, арматура входит в нашего зайца, а она не должна входить, потому что она должна всегда быть у нас на виду, то есть вот таким вот образом, чтобы видно было, что вот, да. Вот, то есть у нас есть арматура, будем считать, что это главная наша кость, ее можно поместить вообще, в принципе, куда вы хотите. Эта кость, она ничего в этой жизни не решает, она просто самая главная. Вот, мы ее куда-нибудь сюда перемещаем и начинаем уже делать скелет непосредственно тело. Да, как это шар, очевидно, что у него должен быть какой-то одна кость. Не надо шар сгибать, это будет ненормально. Это будет похоже на жопу. У нас есть скелет тела. Создаем еще. У нас есть скелет руки. Сейчас лайфхак. Чтобы порезать на две части скелетик, нажимаем W и subdivide. Это у меня, кстати, W, у вас можно еще другие клавиши, мне насрать. Сейчас я вам тут эту херню включу, чтобы вы видели мои клавиши, которые я нажимаю. Вот, я создал один скелетик, создал второй скелетик. Проверяю, чтобы все было ровно, нихера не ровно. Конечно же, эти скелеты должны делаться не так. Но чтобы просто что-то анимировать, этого более чем достаточно. Вот, теперь нам нужны ноги. Также создаем ноги, мои прекрасные ноги. Я, кстати, не знаю, почему я их такими сделал еще в прошлый раз, но будем считать, что это штрих автора профессиональный. У нас нет глаз, надо сделать кости в глазах, это самое важное. Смотрите, короче, чтобы заспавнить кость в глазу, нужно выделить глазик, сделать в нем 3D-курсор и, собственно, создать тут скелет, прямо внутри глаза. Начинаем сейчас вот такую хуету производить. У нас получается прекрасный глазик. И можно будет им манипулировать. Также веки, да, то есть он уже должен у нас там моргать, там что-то делать глазами. Все, значит, создаем еще один, еще один. Вот, все, у нас получается такая залупка. Чтобы переместить ее на другой глаз, нам нужно также сделать 3D-курсор. Ну, я устал, не хочу ничего делать. В общем, чтобы переместить на другой глаз, нам также нужно взять, просто вот это все выделить и переместить на этот глаз. Вот. Заранее предлагаю убрать у костей деформ, у всех вот этих костей, потому что это все под... Вот, теперь нам необходимо эти кости все соединить, потому что у нас руки летают отдельно, ноги отдельно, ну, такого быть не должно, как бы. Руки присоединяем к телу, ноги присоединяем к главной кости. Зачем, не спрашивайте, все покажу потом. Также нужно присоединить глаза вот к этой кости, то есть мы берем, выделяем эту кость, выделяем глаз, затем опять выделяем весь скелет. Очень круто объясняю, спасибо, не за что. Вот, также с этой херней выделяем глаз, эту хрень, эту кость, нажимаем бон. И его ага. У нас, короче, глазики двигаются по отдельности. Ну, как бы, мы же не нубы вонючие, чтобы вот так брать две кости и анимировать их как дебилы, правильно? Мы умные люди, что мы делаем? Выделяем сначала один глазик, потом второй глазик. Нажимаем сочетание клавиш,
который видите на экране, и Copy Rotation ебашим. И теперь все, что мы делаем с этим глазиком, дублируется на тот глазик. Точнее, только поворот. Теперь необходимо нам все это связать вместе. Кстати, убираем деформ у главной кости. Забыл, кстати... Блять! Убираем деформу главной кости, чтобы она не начала наши ноги воровать. То есть надо, чтобы все было по четочку, по кафику. Вот, то есть теперь что мы делаем? Нам нужно из всего этого, короче, соединить со всем вот этим скелетиком, на который уже глаза, кстати, прикреплены. Это выглядит как аниматроник. То есть сначала мы выделяем меш нашего короче, затем выделяем скелетик, нажимаем Shift-P. Ну, точнее, у меня это Shift-P, у вас это Ctrl-P, скорее всего. Нубы, бля. И здесь выбираем with automatic weights. И теперь, когда мы начнем двигать нашу ручку, она будет двигаться. Вот. Но! Видите? Я двигаю ручку, а она, блядь, как помелка, блядь, на ней, сука, следует, пидораска, блядь. Что мы с этим делаем? Ничего, вам достаточно будет и так, но... Ой, блядь, ёбаный рот. Ладно, хорошо, давайте исправим эту ситуацию. Есть такие штуки, как веса. У меня этого много в реальной жизни, но в блендере это очень необходимо для того, чтобы вот такой вот херни не было, да? То есть, вот видите, ногу двигаю, за ним вот эта капелька движется, это некрасиво, неправильно. А, выделяю скелет, выделяю короче, и здесь выбираю... Weight... Нет. А, weight pain, да. И теперь, короче, мы видим, что происходит на Карачи, что у него вот эта вьетнамская травма. Ну вот, нам нужно создать режим изоляции, выделить вот эту хуету. О, не режим изоляции, короче, ну идите в жопу. И тут, короче, надо было все-таки режим стримера включать, я же стример-ютубер. И здесь, короче, через Subtract убираем все, что не касается руки. Блять! Да, я вас слушаю, друзья. Паша. Да. Вот, короче, начинаем проделывать это со всеми. Начинаем. Начинаю проделывать это со всеми костями, со всеми торчащими штучками. Вот, ножки, ручки, все это проделываем сейчас. Я очень хочу спать. Я еще вчера покакал плохо, теперь сижу, блин, не нравится все это. То есть, вот, смотрите, мы, получается, сделали все, что нам нужно. Теперь просто вы сейчас охуеете. Блять. Короче, у нас получается вот такой вот Каркарыч. Йоу, крутой, у него все хорошо работает. Ничего лишнее не коцается, не цапается, и теперь его можно анимировать. Если вы мне не верите, я сейчас быстренько наклепаю анимейшн и покажу, что в итоге получится. Может получиться из такого простейшего скелета. Проще этого скелета просто ничего не может существовать в этом мире. И даже вот с этим скелетом уже можно делать. Почему я говорил, что нужно ноги... Ой, блять, подождите. Почему я говорил, что ноги нужно привязывать именно к главной кости, а не к телу? Потому что тело вы можете... Вы будете его поворачивать, вы будете его как-то двигать, и надо, чтобы ноги не поворачивали вместе с ним, блять, это странно, ебаный рот. То есть, чтобы анимировать ту же походку, вам нужно сначала санимировать, как идет тело, а потом за этим телом просто сделать как следует ноги. Когда сферы? У меня скелет, естественно, другой у сфер. У меня все там более-менее такое заебабованное, да, то есть вот они вот такие у меня все. Но я подумал, что это слишком сложно. Нет, на самом деле я просто не хочу вам раскрывать все секреты. Но, если на видосе что-то наберется, если что-то понравится, так и быть, я выпущу видос, как именно вот такое сделать. И там так уж и быть, я объясню нормально. Все, короче, я наверное, все рассказал, что хотел. Если что-то не рассказал, ну, блядь. Посмотрите туториал в интернете нормальный, потому что это был не туториал. Все, я, короче, пойду спать, я заебался, пиздец.